Привет, дорогие! Меня зовут Кристина, и я рада приветствовать вас на своем канале на новом обзоре. Сегодня мне пришла коробочка, я ее хочу вместе с вами разобрать. Сегодня там и косметические средства, и многие средства, которые вы не видели ранее. Поэтому давайте начнем обзор. Поехали! На самом деле тут всего немного, но были какие-то некоторые позиции, которые вы уже ранее видели, я их отложила. И сейчас расскажу о том, что новое. И причем есть некоторые новинки, которые просто суперские. Наверное, я сейчас с них и начну. Так, первое. Это вот на вид, как будто бы маленький кремушек для рук. Здесь 50 мл. Это пробная версия шампуня бренд Andalou Naturals. Честно говоря, я ничего от него не ожидала особенного. Просто заказала, потому что была акция, он шел по пробной цене, то есть там пробник, скажем так. Думаю, ну посмотрим, наверное, вот такого тюбика хватит мне на мои волосы с моей длиной на один раз. В общем, друзья, я помыла им голову, и я просто в восторге, я очень довольна. Во-первых, он очень экономно расходуется. Это просто, знаете, вот обычный шампунь, если я использую, он у меня, мне нужно его выдавить чуть ли не на всю ладошку, чтобы сначала вот сюда нанести, помассировать, потом еще выдавливаю сюда, сюда, то есть по всей голове приходится прям много использовать. Тут буквально капелюшечка нужна, то есть казалось бы, вот это вот все сейчас выдавишь себе на руку и ничего от него не останется. На самом деле всего капелька нужна для того, чтобы оно начало пениться. Причем написано, что он без парабенов, 99% натуральных ингредиентов, увлажнение, мягкий. И знаете, он такой не сильно густой и не сильно жидкий. Но в общем хорошо он распределяется по голове, по волосам. И я хочу, конечно, вам его посоветовать. Сама, наверное, буду в ближайшее время делать заказ и закажу себе полную версию. Правда, не знаю, сколько он стоит, но это стоит того, чтобы даже там эти 500-600, может быть, рублей потратить. Так, давайте расскажу про этот шампунь, что он в себе содержит. На первом месте, удивительно, алоэ барбаденсис, сок из листа. Дальше идет вода, потом, видимо, какие-то пенящиеся элементы, как амидопропил, бетаин, содиум, лаурил, метил. И так далее. Дальше идут экстракты ягод всяких, масло ши здесь, авокадо, в общем, супер просто, какао. Ну, посмотрите на этот состав, вы сами обалдеете. Я рекомендую вам заказать, попробовать эту мини-версию, и я уверена, что вам подойдет. На мои длинные волосы он их прям, знаете, во-первых, вот я когда пользуюсь шампунем, потом я вот такая вот вся, как одуванчик. Тут сразу же у меня волосы хорошо после мытья, я их посушила, они у меня уложились, и я прям очень осталась довольна. Так что, раз мы начали про косметику, значит, мы уже про нее и продолжим. Итак, это бренд Palmers, это крем для рук с оливой. Самое интересное, что тут тоже пишут, что в основном все натуральные ингредиенты, не содержат никаких парабенов, кстати, как и в шампуне. Ни парабенов, ни сульфатов, то есть все прям хороший экосостав. Здесь содержится оливковое масло, витамин Е. Очень хорошо он увлажняет. На первом месте идет вода, потом глицерин, масло ши, оливковое масло, фруктовые экстракты различные, винограда, лимона, подсолнечника. Тоже очень супер вообще крем. И очень хорошо увлажняет, имеет приятный аромат такой, знаете, олива, если вам понравится. Тоже, по-моему, он был как пробник, стоит он в районе 200 с чем-то рублей. Следующее средство, малютка такая, но это бомба, которую тоже я рекомендую вам заказать. Это бренд De La Cruz, серная мазь для лечения акне. Проникает в поры, подсушивает, очищает угри, сыпь и черные точки. Кто-то пишет, что запах серы очень вонючий, кому-то нормально, кто-то говорит еле ощутимый. Но самое главное, что он борется с прыщами, это 100% факт.
помогает рассасывать даже внутренние прыщи гормональные. В общем, говорят, что можно нанести на все лицо, на всю кожу и оставить. Либо можно все-таки точечно, например, вскочил прыщ, зачем вам мазать всю шею, если вы, например, можете этот прыщ точечно замазать. То есть он действительно потом подсушивает, и вот этот стержень, он выходит. Говорят, что черные точки тоже уменьшаются, как-то оно все это вытягивает. Но мазь действительно вонючая. Сейчас мы это продемонстрируем. Ну, я не могу сказать, что вонючая. Если, например, вы пользовались шампунем против перхоти, там тоже есть сера, ну, примерно запах серы будет. То есть, если потом вы умылись, значит, нужно каким-то средством еще это дополнительно смыть, чтобы запаха не было. Либо пользоваться на ночь и на подушку класть какую-то тряпочку, чтобы эта тряпочка в себя все это впитала, иначе будет очень сильно все вонять. Говорят, что даже вот этой маленькой баночки хватит вам надолго. Еще тоже штука с распродажи. Это бальзамы Sierra Bis. В общем, очень хороший бальзам, я сама таким пользуюсь. Как раз у меня сейчас гранатовый, мне он очень понравился. По запаху очень легкий, ненавязчивый, хорошо увлажняет. Но если у вас губы прям очень сильно согнут, мне кажется, наверное, вам что-то нужно более плотное подбирать. Так, что тут еще? Сертификаты органические есть, USDA. Дальше, в ингредиентах оливковое масло, пчелиный воск, натуральный ароматизатор, подсолнечное масло, витамин Е и гранатовое масло даже, масло граната. В общем-то, вот это вот 4 штучки вышли за 140 или 150 рублей. То есть, очень выгодное предложение. И то, что у меня такое более-менее косметическое осталось, тоже вам продемонстрирую. Это эко-мешочек. Тут даже, видите, вот есть. Все такое натуральное, экологичный. Как видите, вот, допустим, моя рука. И какой он идет. 100% хлопок, быстро сохнущую ткань имеет. Кто-то использует его для приготовления растительного молока, кто-то для проращивания зерен, другие добавляют в мешочек травы и опускают в ванну. Некоторые ходят в магазин с ним, то есть покупают какие-то продукты, фрукты, овощи складывают. Там разные размеры есть, у него еще есть вот такая вот веревочка, которая затягивается. То есть очень удобно, он хорошо быстро стирается и сушится он тоже очень быстро. Цена у него то ли 150, то ли что-то такое, ну, в районе 100 с чем-то рублей. Хорошее, кстати, приобретение, прям все по отзывам пишут, что супер. Это корейский бренд Heimish, называется All Clean Balm. В общем-то, это средство очищающее для лица. Оно, в принципе, похоже чем-то на гидрофильное масло. То есть, просто оно как бы в баночке, и у него там есть даже внутри лопаточка специальная, которая это все наносится. Оно более плотное. То есть, когда вы наносите на лицо, распределяете, оно начинает таять и как масло. То есть, знаете, что такое гидрофильное масло? Это масло, состоящее из экстрактов различных масел, которые при контакте, то есть вы намазываете сначала на лицо, начинаете растирать, и потом после этого добавляете немножко воды, то есть начинаете умываться, и оно у вас приобретает форму пенки и смывает все излишки жира, которые есть на коже. То есть, вот такая вот вещь. Я могу сказать, что я пробовала гидрофильное масло, я им только загубила себе лицо, то есть у меня прям такие поры стали расширенные, то есть мне оно совсем не подошло. Но многие люди пишут, что вот это хорошее средство, даже не знаю. Давайте посмотрим, что тут есть. Ну, тоже куча экстрактов, и кокосовые, и масло ши, и цитрусовые какие-то масла. Бергамот, лаванда, грейпфрут, чайное дерево и так далее. Этот бальзам снимает макияж и очищает поры. Очень просто им пользоваться. Нанесите на кожу, распределите, затем с водой начинайте массировать лицо и начинает пениться.
В баночке имеется ложечка для нанесения средства. После умывания нужно смыть средство пенкой для умывания, так как бальзам жирный и остается на лице. Но многие говорят, что он и с черными точками борется у них, но обязательно нужно смывать его дополнительно еще пенкой для умывания. А так, сейчас скажу, сколько здесь грамм. Что за нуны? Все на китайском. На корейском, точнее. 120 миллилитров. Вот так вот, друзья. Следующий продукт – это индийский чай Туласи. Он помогает бороться со стрессом, и также он не содержит кофеина, что очень хорошо. Туласи – это королева трав. В Индии это священный базилик. Помогает восстановиться после стресса, поднять настроение. Поддержка природной детоксикации. Имеет довольно специфический вкус с пряностями. И в то же время обладает успокаивающим эффектом и улучшает сон, поддерживает иммунитет. Ну, в общем, считается, что некоторым он помогает лучше спать. Некоторые говорят наоборот, что перед сном его не могут пить, потому что чувствуют от него бодрость. То есть непонятно, на каждого он по-разному действует, но в основном, конечно, отзывы положительные. Попробуем, потом расскажем. Там идут пакетики чайные, саше. Отдельные, и заваривается он, сейчас скажу, по одному вот этому пакетику. Теперь по витаминкам, про то мы рассказали уже. Это торн, витамин D в жидком виде. Честно говоря, я не могу сказать, что он отличается чем-то от витамина D, который от фирмы Now. То же самое здесь, у него идет 1000 единиц, тоже он состоит из кокосового масла, из триглицеридов. Но почему-то многие люди хвалят именно его, но это бренд дорогой. Бренд исключения, на который не распространяются никакие скидки и акции. И тут единственное отличие, вот тут витамин D 1000 получается в двух каплях, а который от нам в такой же бутылочке, там получается в одной капле 1000 единиц. Стоит он подешевле, этот, по-моему, почти под 1800, что-то такое, или 1500, а от Now стоит там 700 или 800 рублей. То есть, конечно, выгоднее от Now взять. Но дело за каждым, многие говорят, что пробуют, и вот этот витамин D от Торн, он намного лучше. То есть, они всегда возвращаются к нему. Ничего сказать не могу, друзья. Следующее, это у нас кальций, магний, витамин D3 от фирмы Blue Bonnet. Кстати, фирма тоже бренд исключения, на который не распространяются скидки и акции. Вот так это все выглядит. Сейчас скажу. Тут тоже жевательные конфеты в виде животных. Я тут вижу всякие слоники. Да, слоники, носороги, мишки. Здесь содержится витамин D, всего лишь 200 условных единиц в виде холекальциферола, кальций в виде карбоната, цитрата и малата, магний из оксида, биглицината, хилата. То есть здесь хилатные формы, которые хорошо усваиваются. Также кроме кальция, магния и витамина D3, здесь содержатся фруктовые экстракты, натуральные концентраты фруктов и ягод. То есть это и голубика, и черника, ягода, клубника, виноград, брокколи даже тут есть. Что тут еще? Морковь, кейл, шпинат, томаты. То есть очень хороший состав, сбалансированный и приятный вкус ванильного мороженого. Так что если у вас детки нуждаются в кальции, рекомендую вот такой вот препарат. Ну и последнее. Ну, есть у меня, правда, еще там в загашнике одно средство. Ну, давайте закончим с БАДами, скажем так, с витаминами, а потом еще вернемся к кое-чему другому. Это Ослумега бренд, омега-3 детская. Способствует поддержанию здорового роста организма и развития мозга. Значит, всего здесь 330 миллиграмм омега-3 жирных кислот. ЭПК и ДГК здесь 165 на 110, но это вообще это очень мизерная доза. Вот, например, я рассказывала в предыдущем видео про рыбок, которые такие в синей коробочке. Вот там получается в одной рыбке прям очень хороший
хорошая концентрация и ДГК, и ПК, и омега-3 вообще жирных кислот. Единственное, что тут вот очень хороший состав. Сейчас я вам зачитаю. Значит, он состоит из капсулы, которая идет из рыбьего желатина, из тилапии. И также омега сама идет из анчоуса, сардины и макрель. То есть прям очень хороший состав. Ну, в общем-то, я не знаю, написано, что для детей 4 лет и старше, но я знаю, насколько я знаю, то детям нужно как раз-таки в таком возрасте большую концентрацию омега-3 жирных кислот, потому что это растущий организм, он нуждается в поддержке вот этих всех жизненно необходимых процессов. Так что, ну, это, скорее всего, малая доза для одной штуки. А вот если принимать, например, ну это нужно по 3, по 4, наверное, принимать, чтобы была прям хорошая такая дозировка. Ну и последнее, я уже тоже рассказывала много раз про эти специи. Специя паприка была у меня в обзоре, не помню в каком, я прикреплю ссылку, если найду. Копченая паприка была. Это паприка обычная, но она ничем не уступает. Вообще Simply Organic очень хорошие специи. Они органические и хорошо они прям придают и аромат, и вкус блюда. Копченая паприка, она такую копченость придает, как с костра. А это, ну, скорее всего, будет очень сладкий такой вкус интересный. Мне нравится. Я люблю специи. У меня есть, сейчас скажу, у меня есть куркума, у меня есть копченая паприка, чеснок. Кстати, почему-то копченая паприка и чеснока и многих... специи этой фирмы нет. Я не знаю, почему все раскупают и не привозят. Уже давным-давно нет витамина D детского, который идет в такой маленькой коробочке от фирмы California Gold Nutrition. Я уже не знаю просто, чем его заменять. Почему-то другое, ну, как-то не хотят рассматривать. Поэтому будем ждать, конечно, когда появится. А напишите в комментариях, какие позиции ждете вы и чего долго нет на сайте. Ну что, друзья, спасибо вам огромное за ваше внимание, за то, что досмотрели до конца мое видео. Все актуальные скидки, акции, предложения буду писать в описании к этому видео. Пишите комментарии, пишите, что вам понравилось, о чем еще вам рассказать. И до скорых встреч, скоро увидимся, пока-пока.